Всем привет, друзья! Сегодня у нас 6 июля 2020 года. Привет из Анапы! Мы решили после работы прийти искупаться. Вода как парное молоко. Так тепло. Температура сегодня у нас утром была 37, к обеду 39. Сейчас где-то 32. Очень жарко. Людей очень много. Поднялась на пирс, ну смотрю, здесь какая-то преграда. Обычно можно было пройти. Я хочу пройти там, посмотреть, может там дельфины плавают. Если разрешат. Видите, какая преграда. Купаться запрещено. А позвольте мне пройти, а? Прогуляться можно. Да, да, я... Вот. Прогуляться разрешили. Он катер. Ой, дети, дети, осторожно. Чуть не скинули. Чуть не скинули. Смотрите, друзья, сколько людей. Пищат, кричат, малышня. Вчера муж говорил, у пирса плавали дельфины. Их было очень много, прям стайками. Сейчас пройду по пирсу. Катерок какой-то подошел. Ну, обычно с пирса ныряют, поэтому не разрешают проходить. Все равно молодежь умудряется пройти, нырнуть с пирса. Вон, видите, что делают? О, смотрите, смотрите, что делает. Поднимается. Ух! Бух! Солдатиком. Ай, умница! И карабкается обратно. Подремонтировали его. Смотрите, он какой у нас. Чистенький. Деревяшечки все как новенькие. А вот... Мальчишка нырнул.
Солнце светит, глаза, ничего не вижу. Ёбаный в рот. Ух ты! Материться как. Ух ты, как тут опасно ходить этим штучкам. Мальчишки готовят катерок. Сейчас подойдут туристы и в открытое море на часик. Катамаранов много. Смотрите, сколько. Ой, солнце как светит. Жара стоит у нас уже неделю. Температура больше 35, 38, 39. Два дня вот этих вот последних такая влажность. Очень тяжело дышать. А тут у нас таблетка, видите? Ух, пищат. Дельфинов нет, одна молодежь. Ты посмотри, как плывут. Ох, как плывут. Какая вода чистая. Ой, молодцы, молодежь. Так, теперь я на эту сторону перехожу. Ух ты, а здесь крепления нет. Вот тут обычно катера подходят к пирсу. Уже такие большие. И по часу, по полтора, по два можно выходить в открытое море на этом катере. И да, в сторону Сочи туда кататься по морю. Дельфинов нет. Молодежь, молодежь. Так, сейчас посмотрим, как туда пройти. Да нет, там. Все. Друзья. Значит, чем? Теперь закончился. Ох, смотрите, нырнул, плавает. Да, я так сидел.